подписчики канала. Итак, смотрите, заряжаемые анистеры 8 штук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по 500 фарад каждый. Зарядка идет, обратным своим током они заряжаются, поэтому видите, вперед-назад, то есть ток, у них ток больше, чем вот этот ток. Единицу времени, конечно. То есть бесплатная, получается, бесплатная зарядка ионисторов. Вот было два, уже к четырем подходит. Видно, что обратным током. Вот она мигает импульсами. Постепенно зарядится. И как видите, никакого расхода нету. Так, значит, мы сейчас посчитаем, какая мощность этих ионисторов. Вот смотрите, 500 фарад. 500 фарад, а их 8 штук. Значит, 500, 500 умножаем на 8, 4000 фарад, это значит 4000 киловатта в одну секунду, разделим на 3600 секунд. То есть мощность на час 1,1 ватта. А на секунду 4 киловатта. То есть вот это может секунду дать. 4 киловатта в секунду. А в минуту 4000 разделить на 66 минут ватт может выдать. Ну а в час 1 ватт. Вот 66 разделить на 60. 1,1 ватта, видите, в час. То есть эта система хороша для запуска, инерциоида мощного с маховиком. Она раскрутит в течение, значит, секунды, выдав 4 киловатта. Если у него там 100 тысяч оборотов, он будет крутиться, значит, минут 10. Ну, то есть на две пары ионисторов. А вторую пару заряжаем в это время. Опять же, зарядка, видите, бесплатная. Бесплатная. Не сматывает. Вообще. Обратный ток возвращается. То есть система вполне работоспособная. Только ионисторов маловато. Если бы еще штук 100 закупить, а не по 5 долларов, то есть 500 долларов можно еще запускать и мощные моторы. А сегодня мы попробуем вот на этих, на небольших вот моторах, на 30 тут позапускаем. Благодарю за внимание. Всем удачи и здоровья.